Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Единство. Но перед началом поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик для того, чтобы видеть дату, когда выходит новое видео, чтобы увидеть его раньше всех. И вот мы павший король, Assassin's Creed Единство, павшие короли. А поездка во Франсиаду, да. Давайте поедем. Это побочное задание, дополнительное, которое открылось при прохождении игры. Вот, сейчас мы посмотрим, что там. Потому что я хочу показать все, абсолютно все задания. То есть, где мы находим сундуки, где мы находим то, где мы находим все. Вот, всю суть игры. Все задания, все. Потому что это интересно. А не просто пробежаться по сюжету, там что-то прокачать, что-то купить и все. И потом, ну, как бы, все. Да, игра пройдена, да, там, часа, ну, часов 8-10, я думаю, максимум вы убьете, если просто будете по сюжету идти. Ну, это неинтересно. Ну, и то для тех, кто нехти играет 8-10, а кто играет, может, и то меньше. А вот это неинтересно, пробежаться по сюжету и все. О, Ubisoft Montreal представляет. Так, Assassin's Creed Единство, павшие короли. О, монетки золотые. О-ля-ля. 3 августа, Франсиада, 1794 год. В смысле? А ты кто? Я думал, вам отрубили голову. И это благодарность за спасение. Ты получил мое послание? Да, но тогда вы поможете мне уехать. Я оплачу тебе корабль от Марселя до Египта. Он идет через 4 дня. От Марселя до Египта. Кендер все знал, что его разыскивают. Перед арестом он исчез на 2 дня и вставил вот эту записку. Манускрипт в склепе Людовика Девятого. Королевский склеп? О. А лучше берегитесь, месье. В пещерах бродят призраки королей. Поймав свою несчастную жертву, они надевают на нее корону, сделанную из ножей, что пронзают глаза. И те вытекают, как спелый виноград. Ну, это Франция нынче еще страшнее. Я виноградник. Займись делом. Да, ага. Найди склеп, на котором это пер. И достань манускрипт. Встретимся через 3 дня. Хо-хо! Что это за кружки? Полтора литровые, если не 2. Так, а монетка 1 в 1, да? Или нет? А, нет, монетка просто с королем. Даже в смысле отрубили голову? Да вроде и не должны были. О, интересно. Так, так, тихо. Уйди. Карта. А вот такая вот маленькая карта. Да, мы начнем, естественно, с прыжков орла. Так, тихо. Прыжки орла. А, начнем с вот этого. Так, сначала только вот это. Я хочу посмотреть, что это такое за шляпа. Что это за шляпа? О, это шляпа. Так это реально шляпа. Нет, ты что делаешь-то? Я хочу забрать шляпу. О, собрано в этом квартале 1 из 7. Так, это торгаш. Ну, у нас все закуплено, нам ничего не надо. Так, а горшок, что это такое? Непонятно. А ладно, давайте начнем с прыжка орла, чтобы узнать, что у нас да где. Так. Не дай себя заметить. Вроде, найди королевский склеп. Да, надо было не дать себя заметить. Вроде как. Ну ладно, это вообще не страшно. Это можно и переиграть на крайняк. 2000, 10 сундуков. Да, давайте осмотримся, в принципе. Узнаем, что почем. Нам надо на церковь залезть, да? Угу. О, еще одна шляпа. Ха-ха-ха.
Привет. Так, тихо. Так, ну да, что-то не так. Естественно, сначала мы залезем наверх. О, нас могут через эти окошки спалить, по идее, да? Так, давай, давай, молодец какой. Ох, какой, ё-моё. Это, скорее всего, одно из самых высоких зданий в игре. Потому что я еще ни на одно так не карабкался. Долго. Вот из-за отсюда в Египет можем уехать. Египет, то есть намеки на часть. На Assassin's Creed. Это не единство, как он там называется? Блин, из головы аж вылетело. Так. В общем, Assassin's Creed начало, вот эта вот часть, которая вот в Египте, где надо бегать. Но там до нашей эры вроде время. Или нашей эры, я вот не помню. Так, значит, вот вся карта, ну, половинка. Пара сундуков, пара золотых сундуков, хлам всякий. Шляпа! Сыграй на органе. Сыграй на органе, погоди. А мне это не показалось? А я думал, мне показалось, сыграй на органе. Ну что, забацай музончик. Да, на эту часть, наверное, у нас уйдет, не знаю, серии 2 максимум. Максимум. Может, ну, за одну мы вряд ли успеем. Ну что, давайте покажем, на что мы способны. Да-да-да-ди-да-ди-да-ди-да. Так, сначала добьем вот этого. Ай-яй. Так. Давай, давай. Зря ты так. Сидел бы дома, жевал печеньки, был бы жив. Так, здесь еще одна шляпа. Стоп, 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 стоп. Нам не сюда, нам не сюда. Даже вот сюда толку лезть нету. Текс. Нам надо как-то обойти эту зону. Так, давайте. Ну вот мы же на органе сейчас сыграли. Вот нам надо вернуться в эту комнату, где мы на органе играли. О, смотрите. А это знаки. А, это вот для заданий как раз-таки нужны. Угу. Еще минус 2. Так. Сначала с ним разберемся. А то он нам мешать будет. А потом заберем сундук. Надеюсь, первый уровень, да? О, второй. Ну, ладно, второй так второй. Не зря я сначала начал заниматься сюжетом, потому что второй уровень прокачки у нас есть. И теперь более легко взломать замки. Скорее всего, и третий уровень тоже здесь будет. Так, 7000. 7000 это хорошо. Это... прекрасно, это прекрасно. Действительно, это очень прекрасно. Нам бы только этот... как его? Попасть внутрь, да, попасть внутрь. Ведь можно же как-то. Ладно, давайте прочтем эту бумажку. А то она мне глаза мозолит. Я же как-то сейчас на органе сыграл. То есть, где-то же мы были. А вот где? Как мы туда попасть обратно, вот, например? Как мне внутрь обратно попасть? Вот мы сыграли на органе и приманили просто всех сюда. Так. А, вход есть. Да, чё бы нет. Ага, хрен из два мне. А не вход нормальный. Вот как ты так сделал? Скажи мне.
Как ты сделал так, что ты теперь залезть не можешь? Так. Минус еще два. Так, минус два. А вход-то есть здесь? Блин, не люблю вот так вот, чтобы... А! Ни входа, ни черта. Так, стоп. Не знаю, манит меня эта штука. Толку от нее. Может, через верх вход есть? Да, через верх есть вход. Что ты делаешь-то? Спустись. Ты можешь внутрь залезть? Ну, наконец-то. Я этого и хотел. О, шляпа. Шляпа. Не зря залазил внутрь. А, о, не зря залазил внутрь. Ну, наконец-то мы внутри. Такс. Во-первых, ты иди ко мне. Да, все, баиньки. Так. Ты нам не помеха. Склеп мы нашли. А, да они нам ничего не сделают. Ну открывай. А, надо стать инкогнито, блин. Откуда у нас ключ-то вообще? Охрененно. Так, давайте начнем с сундуков. Людовика мы всегда найдем. Да, это же всего лишь Людовик. Но он и так мертв. Ну, куда он от нас спрячется? В общем, снаряды. 5000. Опа-то неплохо. Так, стоп. Что ты делаешь-то, блин? Вылезь. Да ё-моё, вылезь. Во-первых, там щиток на стенке висит. Это во-первых. Во-вторых, здесь какая-то урна. Я не знаю, что это за урна. Может, мне что найти можно? Непонятно. Так, надо найти гроб Людовика. Как мы помним, на гробу должно быть значок. Ничего. Вот он. Вот его гроб. Я зачем-то на него залез. Проще, чем... Черт. Дверь прям где-то рядом. Вот как. Нет тут ничего. Зачем тратить мое время на эту подделку? Эти вы задели мою честь. Честь солдата. Не смешите меня. Можете разорвать свой контракт. Впрочем, я... Простите, капитан. Я слышал, есть список изъятых из склепа реликвий. Могу их показать. Достойная замена храму. Мне нужно не это. Слушайте меня очень внимательно. Мы с вами хотим одного. Да. Чудно. Значит, договорились. Ха. Найдите храм. И, может быть, останетесь в живых. У него список есть. Ты зачем крысу прогнал? Ага. Идиот. Ты что делаешь? Мы же его пристрелить могли. Ну вообще, откуда он знает, куда бежать? Во-вторых, о, золотой сундук. Хм, как-то все легко. Вам не кажется? Что ж, покойся с миром. На, вам не кажется, что это слишком легко? Теперь-то уже все равно. Да, Грейси. Спасибо, месье.
список украденных реликвий Туарье хранится в библиотеке аббатства. Ага, удержи R, чтобы зажечь или погасить факел. Ага. Должен быть манускрипт. В сосудах. Ага, замечательно, мы еще туда и не вернемся. Так. Ага, так, немало существ способно помочь. Так, удерживаю R, чтобы зажечь или погасить фонарь. Тараканы. А-а-а, мерзкие твари. Так, мы вроде как выбираемся, да, отсюда? О, треуголка. Надо ее забрать. Да, я делаю сначала именно так, потому что, а вдруг здесь есть кто-то? Так, стоп. Так, давайте сундучки все вскроем. Деньги, деньги, деньги. О, третий уровень. Ну да, как видите, не зря. Сначала вам надо докачаться до третьего уровня взлома, а только потом уже сюда идти. Слушайте, ой, блин, не попал. Только хотел сказать, слушайте, мне сегодня везет и облом. Там просто золотой сундук был. Обычно в золотых сундуках... Снаряды. Обычно в золотых сундуках 30 тысяч! Обычно просто в золотых сундуках ныкают что-то крутое. 30 косарей. 30. Охренеть. 30 тысяч. Да у меня столько бабок никогда не было. Ни в одном сундуке. Ага, ясно. А как мы сюда попали тогда? Если мы отсюда выйти не можем никуда. Так, ладно, пытаемся. Мы же разумные ребята, да? Угу. А, вон выход есть. Все, я его просто не заметил. Так, тихо. А, это мы отсюда пришли. Это мы отсюда пришли. Да, ладно. Ладно, пойдемте на выход. Сундуки. Я перебьюсь, пожалуй, и без сундуков. А, это железный противень. Я думаю, что-то такое блестит на полу. Может быть, дадут обратно спуститься. Давай, давай, зажигай. И дверь открылась. О-ля-ля. И сразу же сундук. Такое чувство, что вот, знаете, если бы мы его не преследовали, мы бы сейчас все сундуки собрали. Был бы, да, конечно, неплохо собрать все. Ну ладно. Переживем. Так, у нас факелок погасает. 10 тысяч еще получили. Так, где-то здесь масло есть. О, летучие мыши, да давай! Наполним. Так, где там треуголка? Ага, вон она. Так, треуголочка. Угу. И тут где-то еще сундук есть. Ну, сундук вот тут лежит, да. Третий уровень опять. А, нет, второй. Ну, как нефиг нафиг. Первый, второй уровни легче легкого. Вот третий, с третьим еще, да. Надо помучиться. Еще 10 тысяч, ёшкин ты пень. Ой-ой-ой, я ничего не вижу. Так, сейчас у меня орлиное зрение перезаряется, я просто реально ничего не вижу. А, вон, все. Так.
Да. А, идти в аббатство надо. Но мы не будем с ними сражаться, потому что от них толку ноль. От них реально толку ноль. Зато теперь у нас есть фонарь. 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 Ага, точно. Все так и будет, как ты сказал, парень. Еще косарь. Так. С кучи стражи. 150 метров. Может, нам не в прям вот сюда, что ли? Нет, нам не туда, слава богу. Не придется опять пробиваться через стражу. О, все прям сразу. Все прям, все, все, все. Так. Прям все сразу мечи достали. Вы считаете, что одного хватает для охраны сундука? Первого уровня, тем более. Нам даже взлом не... А, не, нам взлом все равно вроде как нужен, в принципе, даже первого уровня, чтобы вскрывать сундуки. 2002. У нас уже 147. Ну да, это все благодаря тому сундуку, в котором было 130 тысяч. Ой, 130, скажешь, 30 тысяч. Бабки реальные. О, голден сундук. Это хорошо. Да дай пройти-то. Козел, иди отсюда. Ой, тут может быть либо деньги, либо какой-нибудь предмет, либо какое-нибудь оружие. Ну, здесь всего 1250. Обидно. А шляпа наверху валяется, да? Окей. Шляпа. Я не знаю, что эта шляпа даст нам. Скрытных убийств надо сделать. Так. Тихо, 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 давай. Ага, минус 4. Так. Найдите библиотеку. Да легко. Легко сказать. Тихо. Так. Валим отсюда. Все, готово. Это кто? А, это мирные ребята. А я испугался, что они сейчас начнут. Привлеки внимание. А, погодите. Да, я хочу скрытное убийство сделать. Хотя бы одно. Давай, давай, давай. Ко мне, ко мне, ко мне. Come on, come on, come on. Ближе, ближе, ближе. Опа, есть. Вот я его убил, не пойми как. Ну ладно. И с этим что-то со звуком пропало. Давай.
Так, минус 2. Ага. Минус 3. Вообще топ. Так, вход в библиотеку надо найти. Библиотека найдена. Ага. Смерть твоя. Вот что там. Кстати, мы прямо сейчас находимся в упор к этому. Как он называется-то? В упор к точке десинхронизации. Ну, вообще к зоне. А, нам внутрь надо. Зачем мы сюда-то хотим идти? Такс. Все. А, это нищие. Они хотят с ним что-то сделать. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Ха-ха! Стоп, нет, потайной ящик. Потайной ящик. Опа, а вот и книжонцы. Монеты. Мечи. О, меч. Да ладно, там есть меч тамплиеров. Братан, это круче штука, чем... Почему ты идешь вперед? Скажи, что мы сейчас хопа и десинхронизируем. Нет? Покинуть область надо. Да не, мы не пойдем здесь, мы здесь выйдем. Зачем нам лишний раз фигней страдать? Угу, угу. Стою, да я. Привет, пацанье. Тихо. Не кричи ты так. Шум от тебя, блин. Покинуть аббатство. Я пытаюсь этим это сделать. Так, сейчас мы. Вроде вот тут безопасная зона. Сколько тут народу, блин. И сколько тут бомжей. И здесь смог. Ну, это не смог, это туман, конечно, я понимаю. Нет, 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 нет. Нет, не надо. Нам надо только через этот забор перелезть. И все. Ну, через стену, точнее. Ага. Ах ты, ёпта. Как ты попал-то по мне, тварь? Угу. 15 тысяч мы получили. Так, тихо. Сначала убиваем твоего другана. Да как так-то? Да. Сдохни, сволочь. Все. Так, ты перемотный, иди отсюда. Так, один из трех гербов. Три герба. Так, еще сундук вон. Ну ладно, фиг с ним. Пока что нам сейчас не сундуки нас волнуют. Нас волнует сюжет в данный момент. Сундуки можно и не на запись собрать. Да, и треуголки, и все остальное. Ой-ой-ой.
черт. Почему мы бежим по зоне? А, она не открыта, блин, я испугался реально сейчас. Я и думал, что это точка десинхронизации. Это просто неоткрытая зона. Все, из ума выжил слегка. 15 тысяч костюм. Ружье с лезвием. Да, детка. Мы сейчас получим ружье с лезвием. Ура, ура. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Значит, у него список есть. Так, погнали. Да, здесь сейчас немного неудобно. Из-за того, что мы ни хрена не видим абсолютно. Ну, потому что прыжок орла не активирован. Ну да ладно. Успеется. Успеется. Ой-ей. Даже смотрите. Так, изучите мельницу. Да, пойдемте изучим мельницу. Да, и посмотрим, что наконец-таки мы там себе найдем. Это во-первых. Ну и да, мне интересно, что же мы найдем. Что же будет вот в конце этого сюжета. Какой мы артефакт получим. Потому что я хочу что-то такое. Вот я знаю, есть меч тамплиеров, да. Крутой, очень крутой тамплиерский меч. Вот я хочу его получить. Он очень хорош. И я думаю, что мы сможем спокойно его заполучить. Либо это в финале уже будет. Когда мы там... Ну, это гробницу надо найти, да? И где находится в этой гробнице... Как раз-таки находится вот этот меч и какая-то книженция. Ага, конечно. Бежать бессмысленно. О, золотой сундук есть. Так. Давайте откроем сундук. Пять тысяч. Неплохо. Я успел? Я успел. Фу, я успел. Так, что у нас здесь? Это что такое? А, стоп. Ну ладно. Спрятаться от них легко. Мы можем вылезти, конечно, сразиться, убить их всех. У нас домовых нету, поэтому это будет немножко сложновато. В смысле, а вы-то тут какого хрена? Такс. Иди отсюда, ты мне мешаешь. Я дальше пройти не могу. О, мельница, там прыжок орла. Ну хрен ли вы встали? Чё ты стоишь тут? Иди отсюда. Все, наконец-то уходит. А то мне этот геморрой лишний не нужен. Тут и так, я смотрю, народу много. Так, тихо. Раз. Два. Так, идем на мельницу. Ага, минус еще два. А там уже куча народу. И символ какой-то. Ага. Текс, изучите мельницу. Ага, изучим, сейчас изучим. Залазь, давай. Ну, хоть куда-нибудь залазь. Так. Да ладно, нам на мельницу. Ну ладно, давайте залезем на мельницу. Да, синхронизация именно на мельнице. Отсюда можем либо спрыгнуть в сток сена, либо спрыгнуть на кого-нибудь. Просто я боюсь, мы сейчас сиганем, и мы улетим за территорию. А нет, смотрите. Так, что нам открыла карта?
Да вообще ничего. А, ну нет, смотрите. Все, что надо, есть. Ага, минус еще один. Так, и здесь вон сундучок валяется. Первый уровень. Ну ладно, первый уровень — это хорошо. Вскрывается легко, но вероятность, что там будет что-то... Ой-ой-ой, вот это я накосячил. Вероятность, что там будет что-то ценное, очень мала. Блин, две отмычки. Потерять уже. Мы еще даже торгаша ни одного не видели. Ну, 2000 есть. Я их читаю, чтобы они мне просто не отсвечивали на карте. Привет, пацаны. Давай. Зачем мы ждали, пока он встанет? Вот я бы не ждал. Он, я, да, прыгнул на него. Он там что-то тупит. Я бы взял его и завалил. Я бы не ждал, пока он там. Так, где шляпа-то? А, шляпа наверху. Я бы не ждал, пока он там встанет, да, начнет отмахиваться. Типа лежачих не бьют, все дела. Так. Вижу вход. Это, скорее всего, потайной вход в мельницу. Все. Готово. Ё-моё. О, не потайной вход в мельницу, а потайной вход в катакомбы. А, вот что это было. Там значок звездочки. Так. Типа раб... Как рабы на галерах. А они пытаются найти как раз. Вот он. Корона золотая. А это твое. Эй! Эта дрянь не стоит нашей крови. Когда найдем дверь, будем купаться в деньгах. Да ладно. Серьезно? Серьезно? Золотая корона не стоит? Ёпта, что они ищут-то? Ага, так. Мародеры. Мародеры спускаются под землю в поисках загадочного артефакта и прочие наживы. Поодиночке они слабы, но если их много, они могут быть опасны. Да без проблем. Смотрите, как это делается. Ага, давайте, разбирайтесь там друг с другом. Так, а нам надо куда-то спуститься, да? Ну, пусть они махаются. Нам все равно вниз идти. Все, эти там разберутся друг с другом. Нашли ведь сундуки, да, под землей? Ну, они их не нашли. Ну, их, конечно, здесь разместили, это понятно. Но нам бы их все забрать. Было бы неплохо. Не вмешивайтесь в конфликты. Ага, ясно. Значит, остаться незамеченным. А я не вмешиваюсь. Они друг друга сами убивают. Так, треуголочка. Опа. Так. А, двууголка Наполеона. Это да, это не треуголка. Блин, я боюсь, меня сейчас заметят. Нет? Сколько осталось человек? Четверо? А, остальных добьем просто ножами. Все. Трое осталось, и один из них как раз-таки под ядом. Просто чтобы нас не спалили. Сейчас либо они его добьют, либо он их. Мне, конечно, желательно, чтобы он хотя бы еще... О, молодец, еще одного забрал. Даже если он второго не убьет, то яд выветрится, и он сдохнет. А если он заберет его, это вообще топчик будет. Забирай его, забирай. Там, в общем, не важно, кто из них выиграет. Хотя нет, если чувак, которого сейчас вот сдохнет... Обидно, обидно, обидно. Все, он сдох. И этот тоже. Две стрелы и нет кучи народа.
Вот и все. Не, главное в конфликт не вмешиваться. Найдите Леона в одном из подземных тоннелей. Так, 10 тысяч, ё-моё, блин. Вот эта часть дает нам заработать огроменную кучу бабок. Просто огроменную. Все, я в жопе. Блин, куда бежать-то? Ага, вот сюда можно. Залазьте. Сейчас по одному их просто положим. Чё, твари? Вот и все. Ладно, все, давайте быстро задание выполнять. Я думаю, сейчас реально тут задержимся. Вот эти сундуки будем вскрывать, а те... Фиг с ними. Так, нам как-то вот наверх надо залезть здесь. Способа залезть наверх я пока не вижу. Дверь не открывается. А, вот все. Ладно, ладно, нет, все же надо вскрыть сундук. Второй уровень, несложный. Все идеально. Все идеально. Так, и он, скорее всего, где-то здесь находится, рядом, да? В этой области. Он пацана сейчас убьет. Ромушка-то голубая, если шей. Буквально всю Францию залила. И вот теперь даже родившийся на самом дне ада может подняться на вершину Олимпа. Отпусти меня, гад! Что ты хочешь, ну? Подняться? Да, я не знаю. Тщеславие. Мы похожи. В смысле? Найди дверь, которая подойдет ключ, и награда превзойдет любые твои ожидания. А что за этой дверью-то? А это наш малыш-нарушитель. Это кто тут еще малыш? Да я чуть ли не выше, чем... Получился бы дипломатик. Роуз, полагаю, ты сопроводишь юношу наверх? Конечно, командир. Бонапарт. А, это Наполеон. А что он-то здесь делает? То есть это сволочь что-то тут тоже творит. Что? Нет, пустите меня! Давай! Будешь ребенок, а у меня свои деньги. Призраки королей. Да уж, вот и застал врасплох. Давай, давай. Так, цель уничтожена. А где? Уйди, уйди. Да, да мне плевать на пацана. А, все, пацана все равно надо открывать. Никакой я не пристав. Меня прислала Марго. Мадам Марго? Ты хочешь?
хочешь сбить меня с толку? Ты чужой! Так, один есть. О, так, убейте главаря, чтобы отпугнуть остальных мародеров. Да, понятно. А тут уже некого отпугивать. Минус. Все, давайте с пацана вынем отсюда. Ну что, сбит с толку? Не так быстро. Мне нужен один манускрипт. Он был в склепе под Сен-Дени. Он у меня. В моей крепости. Заберем его позже. Ха-ха! У малого есть крепость. Я лучший боец, что я видел. Не преувеличивай. Где учился? В Париже. Ух ты. А я за домом тренировался. Да только особо не с кем. Все борцы за свободу в Париже. Как и ты. А твоя мать? Мадам Марго? Она мне не мать. Мама из Мариска. Она вернулась в Испанию. А меня пока оставила с ней. Вот станет спокойнее. Ага, да, и родители сразу же за тобой вернутся. Охренеть. А пока надо бы оружие достать. Это предоставь специалисту. Ха-ха. Где ты это взял? Украл его вчера у двух мародеров. Спрятал тут. Отличный. Малой. Что? Сначала нужно достать манускрипт. Мы должны защитить его от врагов Франции. Хм. Ясно. Надо вылезти наверх. О, так. Это что, ружье с лезвием? Ружье с лезвием — мощное оружие. Его можно эффективно использовать как в ближнем, так и в дальнем бою. Естественно. Ладно, давайте-ка тогда пока на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!